факультета с песней «За тихою рекой». Руководитель Наталья Максимова. Я хочу добавить, дело в том, что студенты, проходите, ребята, студенты историко-филологического факультета патриотично настроенные ребята. И самое главное, что после посещения в прошлом году музея-заповедника Тарханы и участия в фестивале «Жар-птица», они хотят петь уже песни не на иностранном языке, они хотят даже петь не эстраду, они хотят петь русские песни. Вот в этом, я считаю, и есть эффект фестиваля первого «Жар-птица». Спасибо большое. Лауреат вручается.